Центр патриотического воспитания «Патриот-57» должен появиться в нашем регионе. Он станет зонтиком для общественников, занятых в Орле на патриотической ниве. Пока же его работу в этом году компенсируют более 800 мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы. О них говорили на расширенном заседании Орловского областного организационного комитета «Победа». Там же дали старт мероприятиям «Года памяти и славы на Орловщине». Заседание открыл глава региона, председатель комитета «Победа» Андрей Клычков. Участие приняли представители власти и церкви, различных общественных организаций, включая ветеранов и поисковиков. Одним из крупных первых мероприятий в этом направлении станет открытие 23 февраля в Древнем Болхове памятника погибшим воинам. Я подписал письма, в том числе и федеральным министрам, с приглашением принять участие. И я думаю, что эту работу нужно продолжать и поднимать и статус, и репутацию Орловской области, но и показывать те результаты работы, которые сегодня у нас имеют место быть. Запланированы в Орле даже международные акции с участием делегаций городов-побратимов. В списке и акция «Чистый дом» по приведению в порядок жилья ветеранов. По итогам заседания был сформулирован ряд поручений губернатора, который пригласил к совместной работе всю орловскую инициативную общественность.